Музыкальные, спортивные и игровые залы, медицинские кабинеты, современное оборудование. Совсем скоро в Кубинке появится новый детский сад на 330 мест. Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал ход строительства дошкольного учреждения. Никаких других, не зависящих от вас, проблем нет? Нет, все уже решено в рабочем порядке. То есть, да. Из того, что я слышал, только вода, вы там с дренажом разбираетесь. Да. В этом году в округе реализуется программа «Военные городки». Детский сад в Кубинке очень ждут. Задача – построить его быстро, при этом качественно. На площадке работают 28 человек и 4 единицы техники. И здесь необходимо удвоить силы, сказал Андрей Иванов. В ноябре 2022 года детский сад планируют ввести в эксплуатацию. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».